Здравствуйте, ребята, откуда вы? Мы из Венесуэлы. Из Венесуэлы. Для ребят из Венесуэлы сейчас состоятся уроки жонглирования булыжниками в Международный день трезвости. Забором у мусорной свалки, где собаки голодные бродят, он свалился, оборванный, жалкий, словно пугало на огороде. Сизый нос, как вареная свекла, и распухшие страшные губы. Вся одежда в грязи, промокла от судорог стиснуты зубы. А на небе весны ликования, предвечерняя музыка света. И такое там льется сияние, что не скажешь и песни поэта. Там летают высоко-высоко, чистоплотные, резвые птицы. И так ясно вдали синеокой первых звезд дуновенья струится. Каждый кустик упругий и стойкий, красотой и мудростью дышит. Человек же лежит у помойки, и как труп, ничего он не слышит. Поглядите, веселые дети, вы, идущие с песней свободы. Вот как жалко бывает на свете человек, этот царь природы. Спасибо. Вам понравилось? Мусорелы такого нет. Тогда вы сейчас можете приобщиться. Я спасу. Я боюсь просто отдавить нам ноги. Вы можете поддержать наш сегодняшний перформанс и порекомендовать всем мужчинам всего мира бросить пить и курить. Да, бросить пить и курить. Ради этих камней. Идите на это. Бросайте пить и курить и учитесь жонглировать булыжниками. Да, бросайте пить и курить и учитесь жонглировать булыжниками. У вас получится. Все. Лайк от ребят из Венесуэлы.